Вчера в 23 часа 38 минут на нашу центральную диспетчерскую службу экстренной помощи Харьковской области поступил вызов об уличной драке, которая якобы происходила по адресу угол улицы Клочковской и улица Токара-Ярыша. Через 3,5 минуты туда прибыла 106-я бригада экстренной помощи, где действительно обнаружила пострадавшего, избитого, закрытой черепно-мозговой травмой. И буквально в течение нескольких минут она доставила пациента в больницу скорой помощи, которая, в принципе, находится в этом же районе. В дальнейшем, в течение последующих 35 минут, еще поступило несколько вызовов на центральный пульт диспетчерской. При этом уже подключились и органы правопорядка, и в итоге в больницу скорой помощи к 0 часам 40 минут сегодняшнего дня поступило всего 9 пациентов, из которых 7 это бригадами экстренной помощи, а 2 прибыли, скажем так, ну, каким-то попутным транспортом. При оценке состояния у 3 относительно легкие ушибы и ссадины, а 6 нуждались и нуждаются в госпитальном стационарном лечении. По состоянию на сегодня на утро у одного из пациентов, да, значит, возраст всех пациентов находится в рамках от 20 лет до 27, не старше. У одного из пациентов 25 лет, который является иностранным гражданином, к сожалению, довольно тяжелая черепно-мозговая травма, закрытый вдавленный перелом черепа, который требовал немедленного нейрохирургического оперативного лечения, что и было проведено. Состояние на сегодняшний момент, на данный момент, тяжелое. Находится он в реанимации. У остальных пациентов, к сожалению, множественные ушибы, ссадины, колотые ножевые ранения кожи в области спины, в области бедер, голеней, и у одного из тоже иностранных граждан, а всего иностранных граждан 4 поступило из 9, глубокое ножевое ранение грудной клетки проникающее, которое тоже требовало оперативного лечения. По состоянию на сегодня в больнице скорой помощи, как я уже сказал, 6 пациентов, один тяжелый в реанимации после нейрохирургической операции, а пациент с ножевым ранением грудной клетки прооперирован, но его жизни ничего не угрожает. Они всем обеспечены. Сегодня с утра приходили в больницу, скажем так, представители землячества, проведывали этих иностранных граждан, ну, встречались с администрацией больницы и убедились в том, что помощь проведена надлежащим образом, и все, и всем эти пациенты всем обеспечены.